Сегодня в программе. Ваша честь, я сама слышала эти две минуты удовольствия. Оглушительный скрип старого дивана, потом Русины вздохи, и все. Мне Настю искренне жалко. Руслан во всех смыслах бесполезный парень. Ни работы, ни денег, ни ремонта, ни секса. Муж Анастасии Короткиной, Руслан, начинающий видеоблогер. И он уверен, что уже завтра он будет популярен и богат. Но пока увлечение Руслана никакого дохода не приносит. И поэтому Анастасия решила развестись с Русланом и поискать себе более практичного мужчину. Ты пытаешься убежать от одного мужчины, который тебя использует, и бежишь к другому, который еще хуже. Ты из одного ада несешься в другой, где еще страшнее. После 5 лет брака Евгения Точилина подает на развод. Она устала содержать семью. Муж, бездельник, 2 года назад потерял работу и не пытается найти новую. Андрей Точилин отметает обвинение супруги. Ведь он полностью взял на себя хлопоты по дому и заботы о маленьком сыне. Какова истинная причина желания Жени развестись? Здравствуйте. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Короткиной Анастасии Викторовны Короткину Руслану Олеговичу о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества в виде двухкомнатной квартиры площадью 54 квадратных метра стоимостью 5 миллионов рублей. Ответчик иск не признает. В браке прожили 1 год, детей нет. Анастасия Викторовна, я сейчас вам предоставлю слово, чтобы вы изложили суду причину развода. Но сначала у меня вопрос к ответчику. Ответчик, поясните, пожалуйста, повязка у вас на глазах – это необходимость? Да не переживайте. У меня просто сейчас этот эксперимент провожу. Кстати, очень классный эксперимент. Я советую пройти на мой канал и посмотреть, как это вообще все работает. Подождите, на какой канал? То есть вам эта повязка необходима? Но сейчас я провожу эксперимент. Она не мешает вам участвовать в процессе? Да нет. Единственный вопрос. Чтобы эта повязка не мешала вам участвовать мне в процессе? Мне она не мешает. Вам мне, наоборот, важна сейчас. И никакой дополнительной помощи, как слепому, вам не нужно. Я не слепой. Хорошо, все. Пожалуйста, оставайтесь в повязке. У суда нет возражений. Давайте Ваша тогда... честь, разведите нас, пожалуйста. Он придурок конченый. Вот вы видите сами прекрасно. Он ходит постоянно завязанными глазами. Я с ним жить больше не могу. Я продержалась вот год. Больше я не могу. Разведите, пожалуйста. Так, ну подождите. Давайте вы поясните. Значит, вы год назад вышли замуж за человека адекватного, нормального, хорошего, адекватного. Так. А потом он вообще, он блогер, он снимает все подряд, все то, что ему нужно, и постоянно ищет контента, и проводит эксперимент сейчас. Ходит закрытыми глазами. Это была просто моя последняя капля, и я больше уже не могу выдержать Настя, я тебе объяснял, зачем... Настя, я тебе объяснял, зачем мне это надо, в конце концов. Она просто вообще меня не понимает. Давайте я лучше все-таки сниму, чтобы более ясно... О. Подождите, так вы что это, ради эксперимента ее носите? Да, да, я вам сейчас все объясню, чтобы уже прям более ясно. Нарушили эксперимент? Ну вот видите, пришлось, эксперимент. Чтобы... Ну, хорошо, Руслан Олегович, давайте без экспериментов, у нас процесс. Объясните причину развода, мне надо понять. Вот вы, когда женились год назад, все было хорошо. Да. Как-то потом вы жили, и что-то разладилось. Вот чтобы было суду ясно. Ну смотрите, я, как уже сказал, я блогер, я веду свой канал, снимаю видосики. Вот. И у меня был эксперимент. Я, в общем, решил поставить себя в такое положение, в котором бы я в жизни не оказался. Ну и решил надеть повязку на глаза, чтобы все мои органы чувств подстроились под глаза. Знаете, сначала было сложно. Я бился обо все косяки, не мог понять, где день, где ночь. Честно, даже один раз расплакался. Страшно было. Хотя я, ну, сильный мальчик. Я, ну, такой крепкий, но тогда было прям сложно. Эксперимент с организмом, понятно. Вы решили органы чувств проверить. Да. И если вы лишаете зрения, другие обостряются. Да, и знаете, это сработало. Спустя буквально неделю я прям, ну... Органы подстроились, видимо, я стал чувствовать запахи лучше, я стал лучше ориентироваться в пространстве. Да, знаете, я как будто начал буквально видеть кожей. Вы умеете видеть кожей? Ну, не задавайте мне вопросы, вы поясните ну, свою ладно, ситуацию. Ну ладно, хорошо. А я вот прям вот как будто начал видеть. Более того, я даже начал чувствовать, где находится Настя и что она по квартире делает. Она делает ремонт.
ремонт, а по идее должен этим заниматься мужик. Ну, он слушай, постоянно ну, лежит на диване и ничего тебе, не я делает. Я не просил тебя а заниматься ремонтом. А я делаю ремонт. Мы купили квартиру, она вообще в убитом состоянии. Ой, там ужас какой, там и тараканы, там и стены обрушились, там много всего нужно делать, там просто свинарник. Я не просил тебя делать ремонт, Настя. Понимаете, ваша честь, в последнее время Настя стала какой-то прям, ну, конченой материалисткой. Ее волнует только вот, ну, то, что у нее перед носом находится. Лишь пожрать, поспать и все такое. Если вы создаете семью, то этой семье необходимо жилье. Если ваша квартира требует ремонта, то в ваши обязанности входит отремонтировать жилье для своей супруги. Да в смысле? Ну, во-первых, он я никому ничего не должен. Ему подождите, ничего не нужно, нет. Нафиг. Он слушайте, просто лежит ну, в конце на диване концов, я же молодой, контента. Мне всего 24 года. И опять же, заметьте, изначально вообще как было? Ну, мы со школы дружили, и она была, ну, более-менее нормальной. Ну, но ремонт тогда просто не делала а в школе. А у нас и квартиры тогда не было. А потом у нее случился свих по фазе, типа, ну, давай там свадьбу устроить, часики-то тикают. Я вообще не сторонник вот этого всего. Но думаю, ладно, раз уж она хочет, ну, давай сделаем свадьбу. Вы любили? Хорошо. Вы любили эту женщину? Да, любили, да, так. У нас все значит, было хорошо. Вы женились по любви. Да, но потом она начала, как бы после того, как мы женились, она говорит, давай квартиру. Было накладно, но мы купили эту квартиру, мы продали свой участок, они продали бабкину квартиру, и мы скинулись, купили квартиру. Мы причем скинули больше. Вот. И как вроде все успокоились, она решила ремонт делать. То есть сейчас квартира, потом ремонт, а потом что? А мне когда себя реализовывать? У меня канал, в конце концов. Я же тоже должен как-то себя чувствовать в этом, Руслан Олегович, в этой жизни. Надо успевать все это делать параллельно, чтобы и канал, и ремонт уживались. Ну, знаете, ну все-таки надо расставлять приоритеты. Я хочу достигнуть больших успехов. А с ремонтом и со всякими вот такими делами я этого никогда не успею. Руслан Олегович, если вы семейный мужчина, то надо уделять внимание семье, а не с повязкой на глазах бегать. Не, ну она же должна меня все-таки понять. Ему семья изначально не нужна, ему нужно только контент. На свадьбе настоял ты, закатили весь прямой эфир, прославились на весь город. Была вот ханалия полная, все к нам приходили пить, тусить и так далее. Настя, ну весело было, в конце концов. Пропиарились на полную катушку. Да мы столько подписок собрали с одного этого ролика. Все организации занималась я. Но действительно, семье где жить? Я не могу жить с его мамой, которая мне постоянно выедает мозг. У нас свои привычки, там, традиции, должна быть молодая семья. А тут мама сбоку. Зачем? Вот я поговорила с его мамой, продать участок никому не нужный. Со своей мамой продать квартиру. Вместе с сложились, да, действительно, мы 2 миллиона, они чуть больше 3 дали. Да. Купили квартиру, но она немного в убитом состоянии, вот надо вкладывать в ремонт. Я настаиваю на том, чтобы квартира была моя, потому что всей организацией сделкой занималась я. Я ремонт делаю, я туда вкладываюсь. Все, а Руслану ничего не нужно. Он просто лежит на диване и снимает свои контенты. Я, между прочим, подождите, делаю контент. Руслан Олегович, я поняла. Жена ваша директор технический, а вы директор по рекламе. Вопрос такой. Вы хотите сохранить семью, правильно? Да. Вы выступаете за сохранение брака. Конечно. Тогда что-то предложите своей супруге. Не, ну знаете, ну в конце концов, ну должна же быть какая-то компромиссная ситуация. Я со своей стороны на самом деле много делаю. Я там и убраться по комнате, ой, врет, и такое, ой, врет, типа. Я не хочу слушать. Да ваша в смысле честь, врет? Пусть придет моя подружка Соня, которая подтвердит. Мы делаем ремонт, и туда вкладываюсь только я. Нашла а Руслан ничего не вкладывается. У меня, подождите, у меня к вам вопрос. То есть вы квартиру сейчас уже привели или еще пока не закончили в очень хорошее состояние, потому что ремонт иногда стоит столько же, сколько и вся квартира. Да, и работа, и это да. Все делаете вы. Мы делаем. Угу. Хорошо. И вы хотите, чтобы ваша подруга это подтвердила. Она подтвердит, она вместе Боброва Софья Андреевна уже приглашена, и по ходатайству истца сейчас вызывается в зал. Ну, давай послушаем, что она рассказывает. Софья Боброва, вы? Да. Пройдемте со мной. Семьянин, он семьянин. А Соня прям здравствуйте, лучше. Софья Андреевна. Здравствуйте. Софья Андреевна, суд интересует. Ваша подруга утверждает, что она своими средствами и собственными силами производила ремонт в общей квартире супругов. Вы подтверждаете это? Да, Ваша честь, потому что так. Это очень сложная забота, ремонт. Да, да, мы все сами делали. Руслан вообще никак нам не помогал. Мы сами в строительный ездили, закупались. Сами по видеоурокам учились, как пол залить, как стены выровнять. Руслан умнички, никакого... это вы сами да, стены мы все
сами делали, он вообще никакого участия не принимал. Поэтому я считаю, что справедливо будет, если квартира после развода Насте достанется. Да что ты говоришь? А может, это все потому, что ты просто решила к нам въехать в квартиру? Ваша честь. Я просто узнал потом, ну, просто я с повязкой ходил, я в силу обстоятельств не мог видеть все. Вот. И просто оказалось, что потом Соня без нашего ведома, без моего ведома взяла и вселилась к нам в квартиру. Видимо, со своей квартиры выгнали, никто дома не ждет, она решила к нам заехать. То есть вы с повязкой даже не видели, кто у вас в квартире живет? Ну, я же говорю, первое время было тяжело, я даже об стены бился. Да, да, ну, так, вот, да? Так ходил. Ну, а вы попробуйте и там с повязкой. Не, я пробовать не буду, мне важно, кто у меня живет. Я хочу так это вот контролировать. Да. Я помню, даже как-то иду на кухню, вот, и слышу, кто-то прям вот чавкает, громко чавкает. Я думал, это Настя что-то кушает, захожу. А это Соня колбасу хомячит. А почему как вы знали, что это Соня колбасу хомячит, если у вас так, повязка? Настя на ощупь? Ой, это не, Соня. Я вспомнил по слуху. Я просто конечно, знаю, что она да, такая да, просто. Знаешь что? А хочешь прикол? Я вообще-то у вас две недели жила в другой комнате, а ты даже и не видел. В смысле? Да, две вот недели? Вот. Подождите, Софья Андреевна, вы переехали на время ремонта в квартиру подруги? Да, я переехала. А ничего супругу не сказали? Да, ну я здесь совершенно не виновата. Я, знаете, ваша честь, вообще я считаю, что это правильно, что я туда переехала, потому что теперь я точно могу сказать, что с Русланом с Настей вообще не пара, потому что у них даже того, проблемы в сексе были. Чего? Угу. Да, так да, мало, да. Что, мало того, что ты к нам въехала в квартиру, жила там две недели, хомячила еду, которую, кстати, я купил. Да, ага, ты, вот конечно, да. Я с Едоса деньги получил. Я а вот я чего? Это. Так еще и, извините, меня уши грело за стеночкой. Ой, да чего их греть, чего их греть? Ваша честь, я сама слышала эти две минуты удовольствия. Оглушительный скрип старого дивана, потом Русины вздохи, и все. Мне Настю искренне жалко. Руслан во всех смыслах бесполезный парень. Ни работы, ни денег, ни ремонта, ни секса. Ничего Настя себе. Уже выла, на ничего стенку себе. Лезла. Это Настя тебе так сказала? А Настя тебе не рассказала, почему у нас секса нету? Потому что то у нее голова заболит, то она с работы там якобы устанет. Это она тебе не рассказывала? А, Настя? Ваша честь, на самом деле все это полная ерунда. Мы расходимся не из-за Сони, и у нас нет никакой интимной жизни, просто потому что я не могу спать с парнем, который месяц ходит с такими закрытыми глазами. Настя. И вот Соня, она права, что как мужчина он никакой, он бесполезный. Зачем он мне вообще такой нужен? Настя, слушай, а может не в Соне вовсе дело? Ваша честь, а пригласите, пожалуйста, мою маму. Просто дело в том, что она учителем работала у нас в школе. И она и Настю, опять и мама, Сонечку очень хорошо знает. И она прольет свет на то, почему сейчас Настя мам... решила подать на развод сразу, потому что как только Соня к нам заехала. Пригласите ее, хорошо, пожалуйста. Суд не возражает. Вызывается Короткова Валерия Сергеевна. Сейчас тебе мама моя расскажет. Конечно, Сонечка, Валерия Короткова, вы нам... пройдемте со мной. Хороший, конечно. Привет. Здравствуйте. Сыночек. Здравствуйте, Валерия Сергеевна. Пожалуйста, проходите рядом с сыном, место занимайте. Суд интересует, как складывается семейная жизнь вашего сына в последнее время. Расскажи. Мой Руслан очень талантливый молодой человек. Очень. У него есть амбиции. У него свое дело. Понимаете? И ему нельзя вставлять палки в колеса, Настя. А твоя обязанность, как жены, подруги, создавать домашний уют, создавать дом, помогать, поддерживать его во всем. Вот твое предназначение женское. Тогда у него будет результат. Понимаешь? Так я это все и делаю. Вопрос в другом. А что мне может дать ваш сын? Какая от него как, помощь? Как что он тебе может дать? Да ты просто завидуешь ему, понимаешь, ваша честь? Завидует, потому что у него есть свое дело, есть увлечение. Он так увлечен этим видео. А ты хочешь, чтобы он просто лежал возле тебя на диване и ничего не делал? Нет, голубушка, с настоящим мужчиной так не получится. И еще вдобавок тебе Соня в уши дует. Валерия да Сергеевна, ну подождите, вернемся к тому. Вы сказали, что Софья виновата желании вашей снохи расторгнуть брак. Да. В чем эта причина? А я вот сейчас скажу, какая история. У нас тут Соня стала просто звездой. Прославилась в нашем городе на весь город. Как оказалось, она заниматься начала виртуальной проституцией. О, боже мой. Какой проституцией? Что да есть, не то Соня есть. Не дело, нет как получилось. У нас брака. Все это было, эти его уже денежки не зарабатывались чего тихо. Но один ее клиент взял и выложил видео в сеть.
Куда надо и куда не надо. Я не очень себе представляю, что это. Я как-то имею смутные представления. Это ужасно, и нормальные люди словами это рассказать не могут. Да какое ваше дело вообще, чем я занимаюсь? Скандал разгорелся даже такой, что ее родители выгнали из дома. Понимаете, что они не могли позор этот перенести? Какая вам разница, чем я занимаюсь? Да ее нужно гнать на Соню, она подождите, 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 давайте не перебивать свидетеля, потому что здесь все-таки судебный процесс, вы дома ругаетесь, это понятно, но здесь нужно каждого выслушать отдельно. Продолжайте. Значит, еще раз. Значит, ее за эти занятия родители выгнали из дома, потому что такого позора не смогли вынести. Конечно. Она переезжает в квартиру вашего сына и вашей снохи. И что дальше? Что у нее есть подружка Настя. Я знаю, что она ремонт ей там помогает делать. Ну, я не могу вам сказать, что ремонт там шел. Кто там все делал, я не могу вам сказать. Единственное, что мне звонил сын и сказал, что она у них днюет и ночует. Она влезает в их личную жизнь. Она настраивает Настю против Руслана, потому что ей теперь жилье надо. Зачем ей лишний жилец в этой квартире? Никого я не настраиваю против... Подождите, насколько я поняла, вы считаете, что Софья специально настраивает вашу сноху, чтобы та расторгла брак, потому что если брак распадется, останется квартира, и там будет жить София и ваша сноха. Конечно, конечно. Конечно, они давно знакомы друг с дружкой со школы. Настёна наша всегда была симпатичной девочкой, и мальчики у нее были, дружили. Что не скажешь о Соне, она всегда была очень непрезентабельная, и главное, что она была очень вульгарная. Понимаете, вот это всегда прослеживалось. Да знаете и что? Вообще, не ваше дело, как значит, я выгляжу, что я делаю. Что? Не надо лезть в мою жизнь. Ты влезаешь в семью моего сына! Поэтому я буду влезать в твою! Ваша честь, я хочу, чтобы пригласили еще одного моего свидетеля, друга Влада, который тоже подтвердит, и он тоже против нашего брака. А Влад тут при чем? Вот он, каким образом? А вот узнаешь, при чем. Не, подожди, я не понял. Так, пожалуйста, тишина в зале. Ходатайство истца удовлетворено. И по ходатайству истца приглашается Табаков Владислав Геннадьевич. Владислав Табаков. Мы пройдем. Тишина. В зале пришел свидетель. Свидетеля выслушаем терпеливо и в тишине. Здравствуйте, вы Владислав Геннадьевич. Да. Владислав Геннадьевич, что вы можете сообщить суду по поводу причины расторжения брака между истцом и ответчиком? Они, как я понимаю, являются вашими друзьями. Да, все верно. Я полностью поддерживаю Настю. Ну, понимаете, они у меня в голове не монтируются как-то. Ну, Рус, он такой, у него ветер в голове. Рус — это Руслан. Да, да, мы так называем друг друга. А Настя у меня, ну, что это, дальновидная девушка, которую уже пора семью заводить. Влад, а с каких пор ты так переобулся? Ты когда такое мнение вообще принял? Да подожди, ну что ты кипишуешь сразу? Ну, братан, у тебя кино впереди, мы тебе снимем. Ты там станешь богатым, загребать бабки лопатой начнешь. А тебе, Настя, зачем? Знаешь, сколько фанаток у тебя еще таких будет? Мы тебя сделаем популярным, братан, потому что я все снял. Как Сонька у вас неделю жила, помнишь, да? И как она самокат продала, не помнишь ты, да? Самокат? Да, да. В смысле продала там самокат? Контент вот такой, блин. Это что такое? Подожди, то есть мало того, что ты ее заселила к нам, так вы еще и самокат мой продали? Так, стоп. А зачем? В смысле? Это вообще, это не моя идея была, это они с Владом придумали. И все. А что ты сейчас наговариваешь? Настя, зачем вы его продали? Отстань, нам деньги нужны были. Кому вам-то? Тебе с этой проституткой? Знаете что, я вам тут не проститутка. Нет, не надо милочка. Так про меня говорить. Нет, милочка. Это не моя смолчи. Идея была. Я этот самокат совсем недавно купил, он мне Кошмар. Нужен был. Ваша честь, так это же кража. Это вообще подсудное дело. Вот и началось, о чем я говорила. Подождите, у меня вопрос. Анастасия Викторовна, то есть вы не только без ведома супруга, пока он с повязкой на глазах там по квартире ходил, подругу поселили, но еще и потихоньку продавали его вещи, тоже не сообщив ему? Да я вообще ничего не знаю. Я вот Соню привела, подселила, она вот такая вот оказалась. В смысле я оказалась? В смысле я оказалась? Да, я сейчас во всем виновата? А то, что ты мне ныла, что ты как бомжа ходишь, что ты себе на эпиляцию даже сходить не можешь. А сейчас я во всем виновата? Я тебе просто предложила, ты сама согласилась. Ой, помолчи лучше. В смысле помолчи? Это сейчас вот ты меня козлом отпущения делаешь. Как помогать, так это я первая. Ремонт Соня, пожалуйста. Как вы там с Владом вас прикрывать? Это тоже, пожалуйста, я. В смысле прикрывать? Да, прикрывать.
пока ты там с закрытыми глазами ходил, они там перед тобой шуры-муры крутили, а ты не видел, слепой осел. Понял? Ты решила меня променять на него? Ну да, он не бездельник, как ты. Ты шутишь, наверное? Ну, впрочем, знаешь, вы друг стоите буквально два сапога пара. А ты в курсе, что твой новый возлюбленный, твоя пассия новая, как раз таки слил фотки твоей подружки. В смысле? Это он был. Так это из-за тебя меня все нравится. Ты смотри, боже мой, да что хочу, то и смотрю. Че ты ко мне лезешь со своей любовью? Да ты мне вообще не нужна. Я с тобой был по приколу. А мне теперь что сейчас делать? Не знаю, это к нему обращайся. Руслан, прости меня, пожалуйста. Давай забудем это все как плохой эксперимент. Ну, Руслан. Ну вот что мне делать сейчас? Знаешь что? Да пошла ты нахрен со своими экспериментами, не экспериментами. Я тебя вообще теперь видеть не хочу, потому что ты такая же шкура, как и твоя подружайка. Пошли! Я хочу, чтобы он продолжился. Имущество мы с тобой поделим. Паша, разведите меня, пожалуйста, с этой... Пожалуйста. Суд удаляется для вынесения решения. Вообще ужас. Настя, как ты могла? Далее в программе. Ты пытаешься убежать от одного мужчины, который тебя использует, и бежишь к другому, который еще хуже. Ты из одного ада несешься в другой, где еще страшнее. После 5 лет брака Евгения Точилина подает на развод. Она устала содержать семью. Муж, бездельник, 2 года назад потерял работу и не пытается найти новую. Андрей Точилин отметает обвинение супруги. Ведь он полностью взял на себя хлопоты по дому и заботы о маленьком сыне. Какова истинная причина желания Жени развестись? Оглашается решение. Иск о расторжении брака и о разделе супружеского имущества удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. Произвести раздел супружеского имущества. Признать Закороткиной Анастасии Викторовны право собственности на 2/5 доли квартиры, а Закороткиным Русланом Олеговичем на 3/5 доли квартиры. При определении размера долей в праве собственности на квартиру суд учел, что на приобретение этой квартиры стоимостью 5 миллионов рублей были использованы личные денежные средства каждого из супругов, предоставленные каждому из них его родителями. Размер денежных средств супруги составляет 2 миллиона рублей, а супруга 3 миллиона рублей. Неотделимые улучшения, которые вы производили в качестве ремонта в этом случае не учитывается. Учитываются только средства, которые вы потратили на приобретение. Таков закон. Если вы не согласны с решением суда, вы можете обжаловать его в установленные законом сроки, а на этом судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех на выход. Все. Ты откуда таким психом стал? Да иди, ты знаешь, откуда ты не забыла? Ну чем? Ты смотри, как в дом жила. А я только вложила. И деньги, и ремонт, и сейчас что? Здравствуйте. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Точилиной Евгении Павловны к Точилину Андрею Николаевичу о расторжении брака. Ответчик против иска возражает. Супруги, вы в зарегистрированном браке прожили 5 лет, и у вас есть общий сын Точилин Егор, ему 5 лет, и в случае развода сын по обоюдному согласию остается с матерью. Все верно? Да. Хорошо, тогда, Евгения Павловна, начинайте причину развода, потом расскажите, как ваша жизнь складывалась, семейная. Ваша честь, дело в том, что я хочу развестись, потому что я просто устала воспитывать 2 детей. Это своего сына и мужа. Я работаю дизайнером по интерьерам, и у меня богатые клиенты, я зарабатываю хорошие деньги. Мой муж работал в НИИ, он биолог. И 2 года назад он попал под сокращение, с тех пор он совершенно ничего не делает, ничего не ищет,
И я просто больше не могу так себя вести. Помимо этого, он еще и контролирует мои расходы. Меня упрекает в том, что я трачу деньги на сына, говорит, что я транжирю. Допустим, в прошлый раз, когда я наняла репетитора по английскому языку, он говорит, ты зря транжиришь деньги. Я вообще молчу, что было, когда я игровую приставку сыну купила. Ну, при этом... Он чем занимается сейчас? При этом он сам, нет, он как бы он сам при этом позволяет себе покупать на мои деньги хорошую дорогую одежду, гаджеты. Вот недавно он купил новый телефон. Ну, у меня старый сломался, ты же знаешь. Нет, как я без телефона? Хорошо, ваш супруг, биолог, не может устроиться по профессии и из-за этого не работает. Но он занимается дома воспитанием детей, вы в это время работаете. Такая модель тоже сейчас принята? Ну да, он занимается что-то делает. Ну что, он все деньги тратит на себя? Вы знаете, я и не против, чтобы он тратил деньги, потому что я ему сама предлагала. Я говорю, давай тебе что-нибудь купим, потому что я не хочу, чтобы у него развился вот этот комплекс мужика, который сидит на шее у жены. И когда он страдал, когда ему было плохо, я его поддерживала всячески, говорила, что у нас все получится, что это временные трудности, что максимально давала ему понять, что он умный, что он талантливый. Но на самом деле это просто была показуха, потому что он ничего не делал. Все эти 2 года просто он сидел и вот жалел себя, и ничего не пытался сделать. Я просто устала. Я не могу уже так. Понятно. Ваша честь, я против развода. Я люблю жену и сына. Андрей Николаевич, ну а как вы можете тогда ответить на претензии супруги? Она вас считает вторым ребенком. Ваша честь, она все обманывает. Я ищу работу, постоянно хожу на собеседование. Постоянно? Да, на сегодняшний день, получается, я отвечаю за семью, за быт. За дом. Андрей Николаевич, вы на собеседование можете ходить очень долго. Ей надо сегодня и сейчас. У нее жизнь проходит, а вы остаетесь у нее в разряде детей. Не согласен. Вести быт – это тоже большая ответственность. Это тоже работа. Вы хорошо ведете быт? Да. Убираетесь убираю, идеально? Убираю, чищу, мою, готовлю. Постоянно какие-то претензии мне предъявляют, конечно. Ну, это семейная, так, знаете, ситуация. Приходит с работы – котлеты пересолены, пыль не там не вытер, рубашки не постирал, но я люблю ее. Я люблю и все это терплю. Нет, а то, что она... люблю, люблю в котлеты не положишь. А то, что она говорит, что там я семейный бюджет считаю. Ну, сама посуди, ну зачем? Вот послушайте меня, вот зачем ребенку игровая приставка? Это же только здоровье тратится. Он же мальчик. А английский он выучит. В школу пойдет, выучит. Зачем сейчас английский ему? 5 лет ему всего. Да не нужен мне муж и домохозяин, как ты это не поймешь. Мне нужен человек, с которым мне интересно, кого я уважать, простите, смогу. Хорошо, Андрей Николаевич, если вы считаете, что к вам придраться не к чему, тогда почему ваша супруга от такого замечательного мужа сейчас хочет уйти? Я скажу вам, Ваша честь, здесь ситуация не в этом, здесь ситуация в другом. Она встретила своего бывшего. Да, да, да. А, значит, у нее есть другие отношения, и вы считаете, именно это причина? Я считаю, что это именно эта причина, а не то, что я на шее сижу у нее. Это та косвенная причина. Основная причина другая. Она встретила своего просто бывшего. Где-то 1/2 года назад. Андрей, ты понимаешь, что Олег, он мне звонил, даже когда мы с тобой были в браке, и не один раз. Он меня караулил даже у подъезда, и я ему отказывала, потому что я была с тобой в отношениях, с тобой в браке, я хранила тебе верность, потому что я тебя любила. Ну, я думала, что я любила тебя. Но все за эти 2 года просто изменилось. Моя любовь к тебе охладела, все, чувств нет, ты мне просто не интересен. Да, я не скрываю, я сейчас с Олегом, потому что он меня питает творческой энергией. А кто этот Олег, чем он занимается? Он давайте я расскажу. Ну, давайте вы расскажете. Ситуация такая, что Олега я знаю. И у нас была раньше общая компания. Она встречалась раньше с ним. Потом они расстались, точнее он бросил ее. А я женился. Кто? У нас была семья, хорошая семья. У нас все было хорошо. Он художник, творческий человек. Он тебя опять же бросит. Это все несерьезно. Ваша честь, не разводите нас. Не разводите. Я хороший отец, хороший муж. Пожалуйста, послушайте меня. Послушайте мою маму, которая все расскажет. Какой я отец, какой я сын. Ирина Антоновна Крупенина ожидает. Пригласите ее, пожалуйста. Ирина Крупенина, вы пройдемте со мной, пожалуйста. Проходите.
Ирина Антоновна, здравствуйте. Занимайте место рядом с сыном. Ирина Антоновна, что вам известно о семейной жизни сына? Как вы считаете, почему сейчас вот брак трещит по швам? Ой, вы знаете, я думаю, что невестка просто не ценит того, что имеет. Их разводить нельзя ни в коем случае. Мой сын, он очень любит свою жену. Он любит очень своего сына. Я просто обожаю внука. Ведь он вырос у меня, на моих руках вырос. Когда Женечка родила, я уволилась с работы. Пошла на пенсию для того, чтобы Жене помогать справляться с ребенком. Мы были вместе, за ним смотрели, все, что нужно было, делали. Вот. Но Женя, она до конца даже не досидела декрет. Она вышла на работу. Кто-то же должен зарабатывать деньги, простите. Да, я понимаю. И я осталась одна. И занималась воспитанием нашего внучка Егорки. Вот. А потом случилась беда. Андрея сократили. Это жизнь. Вот. И он... Ну, он стал заниматься домашними делами. Он делал по дому буквально все. Вот. И, ну, даже вот когда... Год назад он научил Егорку читать. Он так подходит ко мне. Сейчас мы, говорит, похвастаемся. Мама наша придет, а мы скажем, типа, мама, вот послушай. Приходит Женечка, Егорка подходит и так гордо читает ей по слогам. Андрей стоит, улыбается, тоже такой гордый. Ну, тяжело все-таки научить-то ребенка сразу. Вот, а Женя что? Она ну да, молодец, умница, сыночек. А что молодец сын мой, что папа молодец, она этого ни слова не сказала. Женя, а кто сидел у кроватки по ночам, когда болел наш мальчик? А тут на тебе, она разводиться решила. Ирина Антоновна, если ее что-то не устраивает... У меня чуть инфаркт не хватило. Ну что у вас инфаркт? Ладно, вы же не живете. Извините, я перебиваю вас, да. Я очень волнуюсь. Были бы у нас лучшие условия для жизни... Ирина Антоновна, а какие у вас жилищные условия? Можно я отвечу? У нас однокомнатная квартира. Вот, к сожалению, такая малометражка. И Андрей, он даже не может... судиться за то, чтобы Егорку определили к нам. Вот, ну... Я не знаю, там, ну, если... Если у тебя появился кто-то, если Андрей простит, ну, я тоже прощу. То есть, Андрей, ты уже своей маме успела рассказать, что у меня кто-то появился? Что, это тайна? Ирина Антоновна, вы знаете, а вы просто золотая свекровь, раз вот невестку решили простить за измену. Ваша честь, дело в том, что ей просто невыгодно, чтобы Андрей от меня, чтобы мы разошлись, потому что она не хочет с ним в однушке жить. И простите, жить вам тоже не на что. Помимо того, что я свою семью обеспечивала, я еще и помогала свекрови. Что, он сидел у больного Егорки, да, ваш сын, у кроватки? А когда у вас с сердцем проблемы были, кто вас возил? Платные клиники. Кто вас в санатории возил? Женечка, милая, ну зачем же ты сейчас меня этим попрекаешь? Ну, мы были тогда одной семьей, ну, мы жили вместе, а как иначе было бы? Ладно, я все переживу и прощу. Да меня не за что меня прощать. Меня не за что прощать, потому что это даже не ваш внук. Если бы Андрей решил отсудить у меня моего сына, у него бы не получилось, потому что это не его сын. Подождите, пожалуйста. Подождите, как? А это известно как? Всем, что ваш муж Андрей Николаевич не является биологическим нет. отцом Егора? Нет. Как? Послушайте. Егорка, это же наша кровинушка, это же мой внучек, твой сын. Скажи, что она говорит неправду. Это неправда, мама, это неправда. Егорка мой сын. Я люблю его, ращу и буду растить. Но я не являюсь его биологическим отцом. А как давно вам это известно? Андрей с самого начала знал, что я беременна от другого, и он решил переписать ребенка на себя и просил, чтобы я не говорила его маме, потому что, мол, она не выдержит. Ну, раз такие у нас истории, то я не вижу смысла больше молчать. Настоящий отец моего Егорки – это человек, которому я собираюсь уйти от мужа. Это Баталов Олег. Просто так вышло, что я, когда была в положении, он... по обстоятельствам меня оставил. А биологический отец ребенка знает, что у него есть сын?
Я Олегу нет, я не говорила, и, честно говоря, даже не знаю, стоит ли это рассказывать. Опять же, из благодарности. Да, свекровь права, я должна была молиться на своего мужа. Я молюсь, я действительно тебе благодарна за все, что ты для меня сделал. Но не могу я больше это терпеть. Я намерена развестись. Пожалуйста, пригласите мою сестру. Она докажет, что этот брак невозможно сохранить. Сестра ваша Светина, Ксения Павловна, ждет вызова, и сейчас пусть проходит. Ксения Светина, а вы? Да. Пройдемте со мной. Кровиночка, роднулечка. Мам, какая разница, он все равно мой сын. Ксения Павловна, там добрый же. День. Здравствуйте. Ксения Павловна, ваше мнение, можно ли сохранить этот брак, брак вашей сестры, хотя бы ради ребенка, ради вашего племянника? Ваша честь, я считаю, что Женю с мужем нужно развести. Да, Андрей действительно любил мою сестру, когда они только поженились. Но сейчас я просто считаю, ему очень удобно, он удачно устроился, он использует мою сестру. Потому что если бы он любил ее, ну, за 2 года, наверное, можно было бы найти работу и обеспечивать семью. А он семья сидит, это тоже работа. А он сидит на своей 5-й точке и не шевелится. Знаете, вот в прошлом году я была у них в гостях, и Женя тогда еще не вернулась с работы, а мы с Егоркой были в комнате, обнимались. И здесь пришла Женя с работы и сразу же с порога подарила ему машинку на дистанционном управлении. Тот был безумно счастлив, и Андрей здесь, а мне? И сестра отвечает, сюсюкаясь, ну а как тебе же? Я подарю вертолетик. Ну как же, мой дорогой, и тебе тоже. И вручает ему дизайнерскую рубашку. Тот даже спасибо не сказал. А почему ты не сказал? Сказал, может, потом. Пошел почему мерить. Я буду при всех-то говорить? Помолчи, это что, получается, пожалуйста. Второй ребенок у моей сестры появился? Ксения Павловна, вот скажите, вам сестра жаловалась на это? Ну вот какое-то время было, что она с этим ведь мирилась? Ее это устраивало? Ваша честь, нет, она мне не жаловалась, но я сама все видела. Андрей не стесняется принимать от нее подарки, разъезжать на моря за счет моей сестры. И вы знаете, в прошлом году, когда они у меня были на дне рождения, подарили мне букет цветов и достаточно недорогой парфюм. А потом, наедине уже, сестра мне подарила ну, просто потрясающий браслет. И, знаете, она так замялась и говорит мне, ты только не афишируй, пожалуйста, Андрею, потому что он будет типа возмущаться. Ну, я считаю, что это ненормально. Она вполне сама может обеспечить ребенка, и ей она обеспечит его одного, и не нужно будет ей на себе тащить мужа и еще его маму в придачу. Ну, маму прямо тащит маму-то она. Я помогу ей с воспитанием ребенка. Поможете вы с воспитанием, да-да, и мама раз. Наша тоже, поэтому проблем никаких не будет. Спасибо. Вы работаете, спасибо. А я дома сижу. Кто будет сидеть с Егоркой? Вы? Бросьте работу и будете сидеть с ребенком дома, заниматься им воспитанием? Мы справимся. Ксю, спасибо большое за поддержку, но я тебя сильно припахивать не буду, потому что у Егора, правда, нормальный, хороший папа, и он будет нас обеспечивать, и вообще я выхожу замуж за Олега. Слушай, ты шутишь, что ли, Жень? Нет. Ну, Олег, он такой же, как твой муж. А что значит такой же, как ее муж? Ваша честь, он такой же прилипало. Олег до 27 лет мурыжил мою сестру. Обещал ей жениться, не женился. Он ее обманывал, он ей изменял, он брал у нее все время деньги в долг. Он изменился, Ксю. Мало того, что он занимал деньги, потому что, ну как же, он же бедный художник, непризнанный гений. А Женя, она девочка из обеспеченной семьи, да к тому же она с 23 лет сама зарабатывает деньги. И этого художника, от слова «худо», спонсировала деньгами. И что в результате? А в результате этот Олежек ее бросает и уезжает в Таиланд. Видите ли, ему вдохновение потребовалось. Но уезжает туда не один, а уезжает с богатой старухой. Ксения, он изменился. Он совершенно другой сейчас стал. Он самодостаточный, он талантливый художник. И, ваша честь, пожалуйста, пригласите моего... Подожди, то есть получается, ты... Меня обвиняешь в том, что я на шее сижу у тебя, а любовника спонсируешь? Перестань считать мои деньги.
Пожалуйста, Ваша честь, пригласите моего будущего супруга Баталова Олега. Олег Юрьевич Баталов по ходатайству истца приглашается в зал. Вы бы не сравнивали Баталова и моего сына. Мой сын, между прочим... Олег Баталов, вы пройдемте. А не бросил и никуда не уехал. Нашли с кем. Я ему благодарна. Вот, низкий поклон вам. Здравствуйте, вы Баталов Олег Юрьевич? Да, Ваша честь. С госпожой Точилиной вы в каких отношениях сейчас? И, как я понимаю, у вас ранее были отношения, да? Да, у нас ранее были взаимоотношения с ней. В любовных взаимоотношениях на данный момент состоим. И я все-таки считаю, что на данный момент ей стоит разъестись со своим супругом. Ну, конечно, считали бы. Она его не любит, и зачем жить с человеком, которого не любишь? А с женщиной мы знакомы давно. Еще до ее замужества у нас были прекрасные взаимоотношения, прекрасная буря эмоций, впечатлений. Потом я, к сожалению, вынужден был уехать. По работе? Конечно, по работе. Угу. В Таиланд? Сейчас точно не помню. Действительно, вот, но, видимо, куда-то вынужден был уехать. Куда она вышла замуж. Вот. После этого я несколько раз пытался снова возобновить взаимоотношения. Она была верной женой. Ну, пожалуйста. Но зато сейчас, уже как полгода, мы с ней вместе снова любим друг друга. Она меня вдохновляет на творческие подвиги. Я даже написал несколько портретов ее в разных техниках. Прекрасные работы, я считаю. Кстати, у меня скоро выставка будет, и эти работы там обязательно будут представлены в полном комплекте. И Женечка мне очень помогла. Я ей благодарен, Женя. В чем она вам помогала, кроме вдохновения? Ваша честь, организация выставки, проведение выставки требует немалых финансовых затрат, я вам скажу. В общем, когда я планировал это все организовать, провести... Женечка мне помогла финансово, потом она мне помогла найти галерею, за что я благодарен. С буклетами мне помогла, и львиную долю организационных моментов она просто взяла на себя, за что, Женя, милая, я тебе безмерно благодарен. Это прям спасение мое. Получается, спасение. Выставка этого, простите, живописца, что, за твой счет? Пытаешься убежать от одного мужчины, который тебя использует, и бежишь к другому, который еще хуже. Ты из одного ада несешься в другой, где еще страшнее. Женя, ну зачем все это? Так, стоп, Ксения, стоп. Ты сейчас так очень ярко выступила. Это какой-то словесный салют. Сейчас объясню. А как я должна? Ярко, это моя сестра. Как мои работы, но не такие гениальные. Я ни от кого не зависим, понимаешь, я никого не использую. После того, как пройдет выставка, она пройдет прекрасно, мои работы разлетятся, как пирожки. У меня будут деньги, кому, я их верну. Кому я нужны их верну, ваши Женечке. Работы? Ну что такого? У человека были деньги, она мне помогла. Я их верну, заработаю, продам картины. Она меня любит, это главное. Ну я тоже ее, по крайней мере, на данный момент. А что будет завтра, извините меня, это никто не знает. Ну как это никто как не это? Знает? Вот так это. А вот мы тут все знаем, что вы собираетесь создать с ней семью, взять на себя ответственность за воспитание ее ребенка, взять на себя ответственность за обеспечение ее как жены, быть ей до старости верным другом и надежной опорой. Так, стоп. Ваша честь, я считаю, что я не такой идеальный и ответственный муж, как Точилин. Ну, не такой я человек, Ваша честь. Люди разные бывают. А, значит, ты меня попрекаешь, что я на шее сижу, а его спонсируешь выставку? Прекрати считать мои деньги! Олег, у меня один к тебе вопрос. Ты мне обещал, что ты женишься на мне после выставки. Я всю душу выложила, чтобы эта выставка состоялась. Женечка милая, я обещаю тебе, эта выставка 100% состоится. То, что я в суматохе, ну вдруг, возможно, я правда не помню, возможно, что-то сказал, обещал. Ну, Женечка, ну давай посмотрим трезво. Вообще-то с вами семью хотят создать, а не выставку. Вы это не заметили? Честь, я художник, я сегодня здесь, я завтра там вспышка озарения, восхищение на полотно, вспышка озарения. Она будет ревновать, пойми, ну мне нужен круговорот женщин вокруг меня. Ну такой вот я человек, да. Жень, подумай. Жень, подумай. Я же тебе говорил, что это не серьезно. Евгения Павловна, вы уже финансировали выставку-то? Уже отдали деньги? Да. Ну все, вспышка была, озарение было. На полотно. Следующее. Я уже объяснил, картины продадутся, я верну все деньги. Олег,
Если ну ты просто... такой талантливый, почему нищий? Посмотри на меня, блин! Ты обещал мне. Пожалуйста, я же всю жизнь тебя любила. Я всю жизнь я тебя ждала. Пожалуйста, скажи, что мы будем вместе. Пожалуйста. Женя, ну перед... Ну, Мила, ну, я не могу этого обещать, понимаешь? Ну, перед кем ты унижаешь? Ну, не могу я этого. Сказал, дорогая моя... Изменился. Ну, я правда изменился. Ну, не может он измениться. Да замолчи ты уже, в конце концов. Ну, не может он измениться, Женечка. Ну, послушай, ты меня... Ну, никогда не изменится этот человек. Это ты. Ты должна изменить свое отношение к мужчинам. Евгения Павловна, дело в том, что если бы вашего возлюбленного не спрашивал суд, он вам бы вешал лапшу на уши еще долгое время и не одну бы выставку с вас вытянул. Но здесь он просто постеснялся в суде говорить неправду, потому что ответственность, зарегистрированная перед судом, это другая уже форма. Женька, ну какая же ты дура, а? Ну как можно влюбляться в таких людей? Ты просто мамочка для присосышей, которых ты тянешь на себе все время, тащишь на себе, которым нужно говорить, что они самые-самые. Женя, ну где твои глаза? Ну, пожалуйста, ну посмотри ты и найди ты себе достойного человека, который будет о тебе заботиться. Но это все не то. Ты так права, я просто... Женя, ну не то. Это не твои мужчины, которые должны быть рядом с тобой. Евгения Павловна, я понимаю, что в таком состоянии тяжело принять решение, и тем не менее вы должны сообщить суду о ваших планах. Ваша честь, я прошу прощения. Женя, подумай. Пожалуйста, подумай. Да пожалуйста, все помолчите, ваша честь. Я прошу, все-таки я настаиваю на разводе, потому что я так больше не могу. Я не могу смотреть, как он играет героя, сидя у меня на шее, и ну, испытывать какую-то непонятную любовь, благодарность к этому человеку. Я надеялась, что мы с тобой будем вместе, потому что ты мне обещал. Но... Жень, я же тебе говорил, что это ненадолго. Я почему даже так быстро все это будет. Просто, пожалуйста, как помолчи. Как первый раз получилось все, как первый я раз. Я настаиваю на разводе. Я не хочу больше ничего. Пусть лучше Андрей будет приходящим папой, потому что как папа, да, он правда хороший отец. Но я так больше не могу. Суд удаляется для вынесения решения. Решение, Женечка, я тебя поддерживаю всецело. Женя, двери открыты. Будет хорошо. Тишина, пожалуйста, в зале суда. Извините. Оглашается решение. Суд вынес решение. Иск удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. Суд расторгает брак между супругами, потому что судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. Дело не в том, что у Евгении Павловны появился возлюбленный. Дело в том, что Евгения Павловна больше не хочет нести ту функцию, которую вы, бывший уже супруг, ей предоставили. Да, есть семьи, которые живут по схеме «муж дома, жена работает». Но это только те семьи, где женщину это устраивает. В вашей же ситуации долгое время ее это не устраивало. Она долгое время терпела, вы закрывали на это глаза и прятали голову в песок. Она не выдержала, и она просто перестала вас любить. Вот что страшно. Поэтому семейная жизнь ваша дальше вряд ли сложилась бы. На этом судебное заседание объявляется закрытым. Женя, я прошу тебя, одумайся.